Сочинский профессиональный техникум пришли студенты поликультурного колледжа. Все вместе. Они готовились к этой конференции заранее. То, что она научно-практическая, организованная управлением молодежной политики и Центром военно-патриотической допризывной подготовки молодежи, придавала статус, а соответственно и больше ответственности. Что такое экстремизм, что такое терроризм, что такое патриотизм? В чем разница между этими понятиями и какова тонкая грань между понятием национализмом и патриотизмом. То есть это на настоящий момент очень актуально, так как многие из наших молодых людей поддаются на различного рода провокации, поддаются понятиям массовой культуры и зачастую путают все эти термины. Мы уже не первый раз проводим подобного рода конференции, и заслушиваем наших студентов. А студенты подготовили целую серию докладов и не только на тему терроризма и экстремизма, ведь это уже последствия неправильного образа мысли молодых. Например, Александра Новоселова написала о семейных реликвиях Второй мировой войны. Необходимо все-таки помнить свою историю, помнить то, откуда мы родом, кто нам дал чистое мирное небо над головой, благодаря кому мы живем, процветаем и радуемся жизни. А Рафаэлю Ерешко так понравилась волонтерская деятельность, что он решил и в дальнейшем развивать это движение в своем техникуме, объясняя своим сверстникам о всех минусах девиантного поведения. Это девиантное поведение точно до добра не доведет. То, что в будущем у них будет очень сильная зависимость к алкоголю, курению и непосредственно к самим наркотикам. А уже непосредственно в аудиториях техникума после торжественного открытия конференции продолжились дискуссии, дебаты и просто разговор о том, как в современном обществе не подпустить к себе неблагонадежных людей. Насколько нужно подросткам быть морально подготовленными, чтобы никто и ничто не могло повлиять на их психику. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.